Солнце, вот здесь сделаны такие красивые отверстия, в которые светит солнышко. Это новые станции Москвы. Они продлились вот до Переделкино и дальше. И получается, что теперь вот уже это тоже Москва. Новый Переделкино, станция электрички, Говорова, Рассказовка. Это совсем уже далеко. Раньше только на электричке или на автобусе можно было доехать. Вот такая солнечная получилась очень красивая станция. Мне очень нравится. Единственное, еще лифты не поставили людям вот пожилого возраста. Довольно сложно, конечно, пешком тут подниматься. Ну, можно. Все будет сделано. Храм преподобного Сергия Радонежского в Солнцево. Управа, галерея Солнцево. Все это мы придем специально погулять, посмотреть обязательно. Сначала метро надо все разведать, где какая галерея. И такая наверху такая солнечная арка. Вот. И здесь такие очень красивые колонны белые. 8-я Астра. Линия Солнцево. Новенький эскалатор. Такие свечечки серебристо-белые все. Ну да, как в солнечном свете все делается. Люди. Не такая, это низкий потолок довольно-таки для метро. Если подпрыгнуть, наверное, можно достать рукой. А довольно необычно это. Ну, какая-то экономия, я думаю. Потому что высокий потолок, это все-таки больше затрат. И в том числе и на обогрев. Красивая лестница. Такая. И сама станция очень солнечная, очень красивая, солнечная. Вот. И сейчас главное уехать в правильную сторону. Вот налево. 4 станции мне надо слева ехать. И вот мой поезд идет. И вот такая красивая станция, такие колонны. Сидеть, они сияют, видите. Сидеть можно на них, сумку поставить. Чудесная идея. И такой роскошный сияющий потолок. Я очень довольна этой станцией, она мне прям очень понравилась.